Молодые ученые Якутии готовы вступить в завтрашний день. Они завершили разработку модуля системы умного дома. С его помощью можно будет дистанционно управлять всеми электроприборами. Идея местных разработчиков хоть и не новинка на рынке, но стоить будет в два раза дешевле аналогов. Бесспорным преимуществом данного прототипа также является его автономность. Уже в следующем году молодые кулибины планируют запустить свое детище в серийное производство. Из этих модулей собирать уже полноценный умный дом, систему умного дома, который может управлять всем домом и автономно работать без присутствия, без участия человека.